Запустил Skype, и тут обновление. Он даже не успел запуститься, точнее запустился, тут же потребовал обновления. Ну, естественно, сейчас же обновлять лучше. Лучше сразу обновлять, это быстро. Там много не требует. Так, сегодня число 12 ноября 2017 год. Вот. Установить сейчас. Ну, посмотрим, сколько займет это времени. Все, обновился быстро. Значит, что-то незначительное там было. Все, я зашел в Skype. Как видите, все работает. Да, следующих роликов подписывайтесь, ставьте лайки.